Никогда не забудется подвиг героев Ладоги, Ленинградской блокадной дороги жизни. Скоро исполнится 20 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Но вечно будет жить слава тех дней в памяти народа. У маяка Синовец, там, где начиналась дорога жизни, энтузиасты подводного плавания решили побывать на дне Ладоги. Руководитель экспедиции Виктор Быков, Маргарита Сурговская, кинооператор Добельт, 500 энтузиастов-аквалангистов участвуют в общественной экспедиции. За 3 года работы им удалось обнаружить на дне Ладожского озера интересный исторический материал. Обломки самолета, пулеметы, вражеское десантное судно, баржу, оружие защитников крепости Орешек, боеприпасы. Все находки будут изучены. Пройдет время. Но никогда не забудется подвиг тех, кто защищал дорогу жизни.